Президент США Дональд Трамп назначил Каллисту Джингрич новым послом США при Святом Престоле, пишет Седмица. 51-летняя Каллиста Джингрич происходит из семьи польских иммигрантов-католиков, поселившихся в штате Висконсин. Ее муж Ньют Джингрич является бывшим спикером республиканцев в Палате представителей. Он являлся советником Трампа во время избирательной кампании 2016 года. Назначение нового американского посла при папском престоле состоялось накануне визита президента США в Ватикан. Аудиенция Дональда Трампа у папы Римского Франциска запланирована на 24 мая.